Всем привет, с вами Ломанизм и Честер. И это наш четвертый выпуск, четвертая серия, то есть «Выживание в плоском мире» вместе с Честером. В прошлой серии мы добывали, то есть лазили по шахте и добыли очень много железа и сделали... Сделали два сета. Да, два сета. А еще добыли очень много нитей, и из нитей сделали мы шерсти. И поэтому в честь этого я сделаю такую небольшую комнату. Ну, где мы будем спать, потому что наверху спать как бы небезопасно. А здесь у нас будет спальня. Так, подземная спальня. Надо будет расширить дом. А давай лучше пойдем в приключения. Пошли поспим, сохранимся и пойдем в приключения, потому что мы так не ходили. Да. Сейчас я быстро положу дерево. О, спать. Там внизу у нас кровать. У нас внизу? Да, да, да. Там. Ну ты увидишь, если сбоку пройдешь, там будет кровать. Давай пошли. Все, я иду. Да, там еще заставка надо делать. Все. Мы спим. Уважаемые зрители, кому не интересно, как мы спим, ставьте лайк. Да, чекал. Я быстро, я внутри пустой башки оказался. Да, что-то странно, подозрительно. Пошли, мы направимся в север, юг, запад-восток, мы направимся в эту сторону. Надо будет взять пищу. Взять еду, чтобы не умереть. Я взял еды. Я возьму еще. Ну, давай. Будем вообще-то нет, я не буду брать. На половину тебе, половину, немного, много взяли. Пошли в ту сторону, побежим, вот. Я заскриню, как бы, наши координаты, чтобы не заблудиться при следующем. И давайте побежим мы в ту сторону. На спринте. Вот, бежим, 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 бежим. Вот так долго бежим. Тупо прямо бежим. Да, тупо прямо бежим. Может, пирамиду найдем там. Ну, там опасно будет. Даже сет наш не выдержит. Ты какой уровень? У меня первый. А, ты же умирал недавно. Да. Хотя я уголь добывал, но я все равно. И вот мы нашли. Я останавливал запись, потому что бежали мы очень долго. И мы нашли деревню. Вот она, деревня. А вот. Наконец-то. О, еще сбоку деревня какая-то. То есть пирамиду я вижу. Вон где? Там, вон сюда беги. Невидимость слишком маленькая, я не вижу. Беги сюда, это какие-то кибитки. Это пирамида, которая... Вау! А они... Это новое? Что-то новое? Нет, это пирамида просто, она заспавнивает. Они тоже генерируют случайно образ? Ну, по-любому здесь все генерируется. Вон там два крипера, подожди, два крипера. Смотри, здесь проход вниз. А, это я знаю, это я знаю. А, подожди, ты стоишь? Что, у тебя лагает, нет? У меня нет. Все нормально? Да. Там крипер. Давай замутим. Подожди. Убей его. Или взорви. Убил я его. Гоу. Так. Крипер и лучник. Может, выбьем пластинку? Это данж? Нет. Это пирамида. Yes, лучника мы убили. И мне не нанесся урон. Хотя чуть-чуть нанесся. Давай. Ты где? Я иду. А, вот тут осторожно. Здесь не ходи. Я сам спущусь, ты не спускайся. Потому что можно сглупить. Если нажать на плиту, будет бум. Большой. И поэтому нельзя так делать. Здесь у нас динамит 5. Что в сундуках? Не знаю. О, у нас 3 золота и гнилая плоть, и 6 костей в одном сундуке. Большая пирамидка такая. Я не знал про эти пирамиды. 2 железных слитка, 1 изумруд и 12 золота и кости опять. Алмаз один. Целый алмаз. Железо. Ничего себе, у нас 3 изумруда получается.
Не, 16 железа, прикол. У нас есть деньги. Да, у нас есть. Ахша, деньги. Оу, бейба, я ломаю сундуки, потому что они нам нужны, да? Конечно. Мы потом сделаем отдельную комнату для сундуков склад. Да, вы слышите посторонние звуки. Да, киркой ломать не очень удобно, прям. Не нравится мне. Просто ломай киркой и сундук. Я пока в деревню пойду. Может, я к тебе топанусь, потому что мне вылазить долго. Нет, не буду. Мы же обещали. Только в критических случаях. Критических. Как понять критический случай, да? Ага. Гоу, ты где? Я сверху. Сверху? Подожди меня, не уходи. Я хочу с тобой побыть. Что здесь делают? 9 динамита у нас есть, чтобы подорвать что-то. Здесь... А зачем нужны были вот эти две дырки? Здесь одна стояла, здесь другая. Я здесь откопал просто, их. Здесь просто колонны были, кажется. Да, так заспавнилось. У вас кирка? Пошли в деревню, да. Ну, у меня есть... Да, у нас много есть этого всякой фигни. А еще... Мы бежали, сейчас я помечу, откуда мы бежали. Именно в какую сторону, да, возвращаться? Угу. Я в деревне побегаю. Кузницу найдешь, мне сообщишь. Угу. Вот, мы в ту сторону бежали, как бы. Сделал пометку, чтобы... Я тоже в деревню бегу. Если морковку увидишь, то собирай, ага. Да, все. Чтобы подвинуть. Надо почти все собирать. Торчи, что, собирать нам торчи? Да, я собираю. Ну, то я пока место найду какого-нибудь жителя, который продает. О, здесь растет трава, как это возможно вообще? Ну, здесь земля, это вот земля. Ну, земля там не нужна нам вообще. Ну, я думаю. Как может расти трава здесь? Да, ну, такое невозможно быть. А где? Она не может. Где она растет? Ну, такая трава, которую костным козьим сделали. А, ну здесь картошка есть? Картошка, блин, ее надо жарить. Ну, можно сырая ее? Не так много восстанавливает, да? Да. Вообще даже пол окорочки, вот это пол голода, пол единицы голода точно. Одна единица это вот этот один кусок на окорочку похож. И что, мы дальше пойдем? Я вперед пойду. Че как, пошли? Пошли? Гол. Будем искать деревню, будем добывать ресурсы. Вот мы что, бежать нам придется очень долго, и давай... Опять обрежу. Вот, мы бежали вперед бежали, вот, и нашли пирамиду. Опять такую же, которую мы видели в прошлом. Это же классно, здесь еще ресурсы. Ну да, вообще. Давай теперь ты спустишься туда. Давай. Или вместе, давай, обе. Чтобы ты тоже посмотрел, что мы найдем. Подожди, может через вот эти две зайдем? Я уже спрыгнул. Подожди, и здесь можно сделать выход. Такой небольшой выход. Но по идее он здесь должен быть. Вот здесь выход. Что сейчас тормознуло у меня? Да. Надо собирать на комп. Новый комп. Я выход один сделал. Что, спускаешь тоже вниз? Давай. Ой, я нашел алмаз, два железа. Все. Блин, я упал. И вот эти два сундука, которые я не открыл. Вот эти вот два. Так, здесь железо два и кости 12 штук. Там. Здесь золото и гнилая плоть. Гол тогда наверх, ничего типа. Ну, алмаз что полезный и железо. Ну, алмаз, да. Прикольная текстурка вот этого песчаника, где... Крепернулся? Да. Да. Я только не понял, как его сделать. Может, из нашего крафта, я не знаю. Ну, зрители, всем пока. Вот мы нашли... Вообще, ну, ресурсов мы нашли много. И да. С вами будет честь. Еще вторая пирамида. Я вам вынесу, да. И вот, подошел у нас...
подошла наша к концу серия номер 4. И стемнело как раз. С вами был Елманизм и Честер. Ставьте лайки, подписывайтесь. Хотите не на каналы, на Елманизм и на мой канал. Обязательно. И давайте увидимся в пятой серии.